самом деле нас не двое в семье было, не только я и брат. Помимо нас было еще наши две старшие сестры, у которых тоже по таким вот обстоятельствам рано ушли родители, и мама взяла над ними опекунство, дала им образование, обоих выдала замуж. Мама для меня с детства является эталоном труда, реализма, любви к своему делу, человечности и мужества. То есть всегда, когда я думаю, что что-то не так и что у меня на что-то не хватит сил, я вспоминаю маму, потому что воспитать твоих сыновей, помимо взять опекунство еще на двух девочек, параллельно брать с собой, вести свою карьеру, выступать, работать, это очень многого стоит. Поэтому это просто икона.